Международный женский день. Но чествовать женщин в Москве начнут уже через несколько часов. Фестиваль «Вам, любимые» пройдет сразу на 14 площадках. Кулинарные мастер-классы, уроки флористики и даже поэзии Серебряного века. Все для того, чтобы этот день запомнился вам надолго. Фестиваль проводится впервые и продлится 3 дня. Гостей будут встречать артисты в образах рыцарей, поэтов и стиляг, которые покажут яркие представления. Артисты будут вовлекать гостей в игру. В одном из спектаклей белые парижские мимы будут оживлять для гостей знаменитые полотна, например, Ренуара или Пикассо. А в другом спектакле, он называется «Первоцвет», артисты пластического жанра расскажут очень трогательную, красивую музыкальную историю о том, почему любовь следует беречь так же трепетно, как и нежные весенние цветы. Большая программа и в парках. В Таганском научат двигаться под зажигательную зумбу, в музее-заповеднике Царицына прозвучат шедевры классической музыки, а в парке Фили ежегодный цветочный забег для мужчин. В саду имени Баумана, саду Эрмитаж и в парке Красная Пресня бесплатный вход на каток для всех дам. Праздничный день в Музее Победы женщинам вход бесплатный. Помимо этого подготовили экскурсию о женщинах-героях Великой Отечественной войны, концерт и историческую викторину с призами. С 8 марта поздравляют женщину в Москвариуме. Здесь открылся фестиваль «Подводная оранжерея». В главных ролях морские ежи, кораллы и актинии. 10 дней посетители могут любоваться яркими красками коралловых рифов и даже участвовать в квестах. Здесь же вы сможете отправиться в виртуальное путешествие по подводному миру или посадить в аквариуме собственный коралловый риф. Выбираем какое-то место, которое нам с вами нравится. Замечательно. Отметят женский праздник и экстремально. 9 марта на территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» пройдет Кубок чемпионов по снежному каякингу. Участников соревнований ждет скоростной спуск длиной 140 метров и море впечатлений. Любительницам высоты и острых впечатлений на Воробьевы горы кататься на канатной дороге. Здесь вам не только сделают скидку на проезд 8 марта, но и вручат подарки и, конечно, цветы. С праздником, прекрасная половина человечества!